растерялся и рассеялся, кто там был здесь или нет. Все равно никто не вспомнит дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы. И скорее вниз, и скорее. Быстрее, мужики, как будто в армии не служили. Так, вытирай руки, руки вытирай. На выход. Шапку одень. Пошли. Все. Люблю тебя. Я тебя тоже. Вперед, не опаздывайте. На выход. Прошу. Доброе утро, Диана Игоревна. С наступающим вас. Даже не верится, что Денис Чащин сегодня проведет последний матч за наш клуб. Ну, не последний, а крайний. Последних матчей в хоккее не бывает. Ну, что можно сказать? Жизнь есть жизнь. Канадинс есть канадинс. Спасибо, Деня. И удачи тебе в канадинс. Что, нормально сняли?
мои, нанимаю вас на 4 дня. Не, нам завтра елку на площадь несут. Я тебе дам сейчас елку. Елка – это твои проблемы. Короче, наша проблема – дом на Богдановича 13. 13, что фасадом выходит на проспект. Понял? Понятно. Все, что спереди. А по постановлению 72/13/13, все, что выходит на проспект 31 декабря к утру. Понял? К утру должно быть убрано. Понятно? Понятно. Все в полном ажуре. Предупреждаю, денег мало. Но трактор снег уберет, остальное ваше дело. И что с этим? Не-не, понятно? Смотрите у меня. Всех получается. Нет. Сынок, чего ты там уже? Ты чего? Макс, ты чего здесь стоишь? А, понятно. Да ладно тебе. Пойдем уже. Или тебе физика не урок? О, еще вот это вот, пожалуйста. Простите, пожалуйста, а где зарубежная классика? Там, в углу на клеенке, посмотрите. Вадим Эдуардович, открыла, не смогла удержаться. Принялась прямо тут читать. Ваша Натали, ой, это что-то, я прям умираю за ней. Спасибо. Люся, так и напишите, Люся. Люся? Да. А, спасибо большое. Пожалуйста. Пойду еще одну копию подружки своей, Танюшки. Мы с ней еще Санта-Барбару вместе дрожим. А, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. И Танюшки еще возьмите. Ой, спасибо. Спасибо, до свидания. Наступай еще. А кому писать? Это не важно. Вы же напишите все, что я вам скажу. Ну, да, конечно. Отлично. Ну тогда пишите. Моя книга. Моя книга? Да, моя книга. Моя книга? Дерьмо. Что? Дерьмо. Подпись поставьте. Нет, нет. Это вам. Удачного дня. Thank you.
Да. Привет, чемпион. Как жив? Фанфары чуешь? Послушай меня. Нет, это ты меня послушай. Какой я молодец. Кто-то пустил пулю, что Paramount тоже на экранизацию вида имеет. Наши Спилберги сходу наморщились. Ну куда ты смотришь? Антенну держи! Дай покрепче, а то как упадет! Завтра будут у меня. Если все пройдет гладко, сможешь купить себе остров. Слушай, какой остров? А о чем ты говоришь? Жора, ну что ты крутишь? Что ты крутишь, как девица красная? Ну никак. Так, сегодня поедешь в университет, как обычно. Поделишься опытом, талантом. Тебе же не привыкать. Я никуда не поеду. Почему? Это не важно. Алло? Алло, Снегин? Ты меня слышишь? Вадим? НКВД. Почему я тебе на мобильный не могу дозвониться? Бабки кончились. Я же тебе вчера деньги давала. Тогда еще. Я ж тебя люблю. Проблемы? Да нет. Это у вас проблемы. Представляешь, у меня с мамой один размер обуви. У нее такие сапоги классные, на шпильке. А одевать не дает. А Стас, он же такой высокий. Класс, а что не дает? Ну, не знаю. Это же мама. Попробуй еще раз попросить ее. Да, наверное, стоит. Ну, все ли у нас готово к началу нашего новогоднего мероприятия? Все успеем, все будет в срок. Хорошо, пойдемте. Что это было? Добрый день, Диана Игоревна. Семенов прислал ответ. По всем пунктам, да. Из Украины пока ничего. С минуты на минуту ждем факс. Вестин готовит документы по проекту. Вот он. Очень красивый. На папу похож. Спасибо. Спасибо большое. Все прошло замечательно, даже кесарево делать не пришлось. Здорово. Спасибо, мы так чистые давно его ждали, очень. Я так чистые ее люблю. Я у нас обед, господин люблю. Веснин. Или я чего-то не понимаю? Документы по проекту готовы? Диана Игоревна, у меня вот... Вы уволены, рассчитайте его. У них уже первенец родился. Молодцы. Есть свобода, есть комфорт, SST ваш... Закажите мне это. По-прежнему лучшие тренажеры, по... А этот рыжий, Москва, Одесса. Как обычно, звоночки, тряпочки, полкило красной шапочки. Не звонил. Да не хочу я, зачем? Выверка, Верка. Не утомила-то принца ждать. А я не жду. Чудес не бывает. Это почему? Потому что кому я нужна? Так, между рейсами на один раз. А я так не хочу, понимаешь? Вера, Вера! А потом что? Устала я. Ой, Верунчик, не дрейф. Все будет офигенно!
Привет, девчонки. Здрасте. Глянь, какая сковородка у Верки. Может, нам такую купить, а? У нас что, своих сковородок мало, а? Люблю тебя. Ой. Мать моя, бурже! Звезда упала. Загадывай желание. А вот я уже желаю. Кто бы сомневался? Ну, что на этот раз? Ну, что у тебя? А. Да я пару часов назад подписывал свой шедевр. Так все как обычно. Девочка подошла. Вы же напишите все, что я вам скажу? Ну, да, конечно. Отлично. Ну, тогда пишите. Моя книга? Моя книга? Да, моя книга. Моя книга? Дерьмо. Ты знаешь, мне никто же никогда этого не говорил. Кроме меня самого. Все как обычно. Великолепно, потрясающе. И мы в восторге от вашей Натали. Знаешь, Снегин, а ведь ты впервые за несколько лет написал то, что хотел. То, что думал. А не то, за что платит. Молодец, девочка. Она даже этого не поняла. Лян, она какая-то... Настоящая. Ты думаешь? Все, Снегин, у меня дел много. Я понял, понял. У тебя сейчас кто-то есть? Чтобы семью создать, ребенка? Такого нет. Есть так просто. Технический момент. А надоест, куплю другого. А ребенок, от кого рожать-то? Кругом одни козлы. Физкульт, привет! Я же тебе говорила никогда сюда не приходить. А, ну да, говорила. Слушай, Ди, это не я. Казино, мать его. Да мы не в духе. Хорошо, ухожу. Чао! Да, да, Артур. Ты не забыл, что тебе к 6 в университет? Слушай, давай не сегодня. Надо, Вадик. Надо.
Не, ну наш физик реально. Мы с ним приступ. Я его спрашиваю, пиктограмму рисовать? Он такой отвечает, ну, если у меня ответ в рот, то придется зарисовать. Прикинь? Макс, я не понимаю. Ты человек или статуя, на которую голуби гадят, а? Ай, ладно, не важно. Какие баны сегодня? Какие? Отлично, а потом математику делать со мной, а? Да ладно тебе. Подумаешь, ля-ля фо на каблуках. И что из-за этого, вены вскрывать, что ли? Привет, тетя Саша. Привет, привет. Как плечо? Да не нахватать бы! Ну что, вечер у меня? Не, прости, я Анжелке хочу сюрприз сделать. Ого, Новый год! Домой, в Минск! Когда еще из Монреаля выйдешь? Давай, герой! Дамы и господа, бессменный лидер нашего клуба и сборной Беларуси, номер 13-й, Денис! Возьмите. Так, ребята, для вас. Вам бабушка? Дочка мне бы чайку. Конечно. Иван Анатольевич, держите прогретым. Через часок приеду невесту покатать. Денис, все будет сделано. Тяжковато она будет без вас-то. Ну так она без вас. А Зойка где? В ресторан пошла. А? Хорошо. Вы что-нибудь хотели, Геннадий Семенович? Попробуй только тявкать. Хотя тявкай. Зойка все равно не поверит.
чего? Чего? Я пойду чай разносить. Ну, давай. Чего здесь лежишь? Сегодня в 6 вечера встреча в лекционке. С кем? Я не знаю, с дядькой каким-то. Язва сказала, явка обязательно. Ага. Бегу. Мишка мой старшенький, в Рязанском, десантником будет. Вот, посмотри. Угу. Сережка уже в 7 классе, крестник твой. Ух ты, надо же, как вымахал. Обалдунь, не поверишь, еще тот. Ну, а Алена моя теперь в хирургии. Вот, зав. Отделением. Пирожки-то ее помнишь? Тихо, тихо, это что? Твой бригет. Да. И бьет, когда захочет, как в старые времена. Именно так. Потрясающе. Ну что, завтра и начнем? Так точно. Люкс тебе уже приготовлен. Или ты к брату? Нет, я поеду к брату. Тогда с наступающим, Серега. И тебя, Андрюха, со наступающим. Пап, а что Дед Мороз маме подарит? Что подарит, что подарит? Секрет это. Я все слышу. Видишь? Эх. Ну что, Чащин, готов? Мам, команда Чащина к выходу готова. Варежки надели? Так, дышим носиком, как мама показывала, хорошо? Окей. Вернетесь, ужин в духовке, я по магазинам. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Алло? Алло, Анжел? Ну, я уже совсем близко. Да, ты слышишь мои шаги? Ну, давай, открывай. Чащин. Да пошел ты вон отсюда, давай, давай, ты вон, Чащин уже поднимается, давай, быстрее ты. Ручку посередине и на себя. Что опять заедает? Халтурщики.
Ничему меня жизнь не учит. А я знаю. Ты, кстати, на Новый год куда? Домой или с нами? С вами, конечно. Вы что? Что я дома забыла? О, клево! Новый год! Нечестно. Все были за что-то, как правильно сказать. Все Деда Мороза никто не знал. Ну, здравствуйте, пожалуйста. А, мать, это тоже. Дорогие друзья, уважаемые наши студенты, педагоги, сегодня у нас в гостях популярнейший писатель, я бы сказал, романист Вадим Эдуардович Бурже. Пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с вами сегодня о роли писателя в современном обществе. Для чего, собственно, мы нужны вам? Для чего? Я начну с пожелания. Ребят, вот эта книга, это моя книга. Не читайте ее. Эта книга полное дерьмо. Когда вы видите написано «Вадим Бурже», не покупайте эти книги. Вот такое мое пожелание. Вадим! Вадим Эдуардович! Простите. Одну минуточку. Одну минуточку. Лексику перевели. И рассеялся, кто там был здесь или нет. Все равно никто не вспомнит дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы. И скорее вниз, и скорее. Было или не было, поглядел и пришла.
И скорее, скорее, скорее я забуду, что я здесь. Крейси бэби, но ясно, что бэби в абандаке жив карусель. Ты стареешь, 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 видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если можешь. Растерялся и пропал. Кто-то был здесь, что-то не было. Баба дальше в хоровод. И по кругу, по кругу, по кругу видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя дарит слезы, дарит сон. Дай мне сил, если можешь. Извини, пожалуйста. Пожалуйста, берите. Нет, вы берите, я себе что-нибудь подберу. Подождите. Вы не могли бы мне помочь? Пожалуйста. Долги. Те же советы, по сути, даются и странам Евросоюза. Себе концовку раунда. Ты любишь, а кому-то все равно. Неужели так всегда или только в школе? Всегда. Чего? Бандура наша совсем не греет. Андреев, подруга. Я сейчас такая в огне, что вместо бандуры могу. Мармеладку хочешь? А? Так вот, пока Дедушка Мороз развязывал подарки, выходит моя, так? Ну и... Ты самолет заправил. Ой, ну допьем, потом заправим. Алексей, это как понимать? Ведет мотор? Стой! 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 Да стой! 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 Сколько лет девочке? Где-то 14-15. Ну, значит, в куклы давно отыграла. Да? Не сомневайтесь, купите девочке сережки. Память на всю жизнь останется.
А давайте я вам что-нибудь куплю. Не, ну я имею в виду кофе. Сколько лет мальчику? Ну, лет 5-6. Ну, тогда хоккей. Ну, что еще сказать? Квартира у меня тоже трехкомнатная. Спасибо. А в основном... Спасибо. В основном по стране мотаюсь туда-сюда. В общем, как-то не сложилось. Простите, вы не женаты? А знаете, зато я неплохо пеку пироги. Честное слово, вот такие пироги. Ну, когда друзья приходят. Не, правда, правда. Здрасте. Добрый вечер. Будьте добры, виски. Я училась в архитектурном институте. Правда, на втором курсе. Ну, в общем, на третьем родился Максим, потом Никит. Ну и... Ну да, понятно. А я курить бросил. Ой, как я вам завидую. Я, к сожалению, пока не могу. А курите, наверное, на кухне? В форточку, да? Да. И газетой, дым газетой, как шпионка. Тихой тьмой и дождем сверху вниз, как валет, я в тебе. А можно еще? Ну я не пойму, ну что я все-таки в итоге должен делать? Нет, ну ничего страшного, да? Вот стоишь здесь и народ поздравляешь. Вот радостно, весело так. Понимаешь, ну реклама. 3 дня до Нового года. А костюм завтра. Обещаю тебе, все будет нормально. Договорились? Ай, хорошо, договорились. Давай, давай, молодец. С Новым годом! Во сне. Это вкрадчивый дождь. О, такси, такси. И краплен с давних лет. Тихой тьмой и дождем сверху вниз, как валет. Богданович, это я в тебе отражен. Всего хорошего. До свидания.
Добрый вечер. Добрый. Что-то случилось? Все нормально. Дважды забрасывать, по крайней мере, и ни разу не пропускать. Тогда еще были шансы. Ну давай быстрее. Там наша игра. Болельщики, мы видим, не особо-то не расстраиваются. И повесили носы, продолжают кого-то поддерживать. Да, кушать будешь? Пошли, болеть. Сумбур на площадке Неман пытается за счет движения преодолеть оборону юности. Ну а юность, в общем-то, как кажется. Ну, все. Давай. Нету гола, мама, помоги шайбу. Ну. Так нечестно. Бьет по вратам, ничего не получилось. Еще один бросок. Нет, лево. Ну. Что Маша. Такое? Это нечестно. Да? Чаще начинает и выигрывает. А вот подарок тебе. Давай. Спасибо большое, Дмитрий. Гол! Нет, шайбу. Смотри. Я гол забил. Серега, красивые. Что, сам выбирал? Нет, помогли. Мэйдэй, терплю бедствие. Мэйдэй, терплю бедствие! Открыть пожарные краны. Выпустить закрылки. Обесточить самолет. Мэйдэй, терплю бедствие, мэйдэй!